Друзья, всем привет! Сейчас я, короче, буду кушать макароны с колбаской и с яичницей. Вот так это все выглядит, смотрите. Вот яичко жареное, вот колбаска, макарончики. Такое вот блюдо красивое, замечательное. Вот. В общем, друзья, это у меня завтрак. Я сейчас утро, я собираюсь на работу. Вот, вы, короче, тоже, если кушаете, сейчас присоединяйтесь ко мне, вместе покушаем. Все очень вкусно, друзья. Выглядит так аппетитно. Вообще очень вкусно, друзья. Яичница так пожарилась хорошо тоже. Колбаска. Очень клево. Сегодня у нас четверг. Получается, сегодня отработать, завтра и выходные.
Колбаса, друзья, тоже очень вкусная. Такая она пожаренная, обжаренная. Друзья, ну все, спасибо за просмотр. Счастья вам, удачи и всего-всего самого наилучшего. Все, всем пока, друзья.